Так, всем привет, меня зовут Денис, на канале Freddy's Play. Я чуть-чуть раньше поиграл, только заметил, что запись не идет, но ничего. Мы там, получается, нашли... Не дошли до Мэрин, да? Чикаго? Чидакэти? Эх, имена забыл. Короче, до Рыженькой, о. Дошли до Рыженькой. А, кстати, это игра под названием The Devil and Me. Мы прошли спа-салон, кажется, да. И сейчас мы играем за... Не знаю даже, что за нация у нее. Индианка. Что за индианка? Индуска. Эрин. О, Эрин. Эрин. Играем за Эрин. Микрофошку забыла. Здрасте. Не трогай меня. Ты главное не споткнись. Ну да. Ну не надо было. Ты ж видишь, дверь железная. Ну и зачем? Вот они все вышли. Оттуда, вот так сказать. Порешали все свои вопросы. О, зашибись. Говорили не разделяться. Черт! Нет! Вытащите меня отсюда! Кейт! Кейт! Что? Что это? Я не... Выпусти меня! Быстрей! Мы опять попались! Зашибись, опять попались. Так это не первый раз. А чё полезли? Им не выйти! Чёрт! Что это? Я так понял, кого-то выбрать надо. Вытяжка. Или наоборот, втяжка. Я не могу. Не могу дышать. Окна закрыты наглухо. Видимо, он хочет, чтобы мы смотрели. Стой, смотри. Тут какой-то рычаг. Чтобы дать воздух? Нет. Не обеим. Он запускает вытяжку. Запускает или наоборот выключает? На кого укажет рычаг, та задохнется. Что? Спасите нас! На кого укажет рычаг? Он хочет, чтобы мы выбрали. Господи! А если не выбирать? Не могу. Будем стоять, тогда они обе умрут, Марк. Да? Джейми! Пожалуйста! Не хочу! Я не хочу умирать! Помоги мне! Надо выбрать! Сейчас! Я не знаю... Не знаю я... Мне и та нравится, но это ее подруга. Иначе я никого не буду выбирать. Дохните обе. Я... Не могу. Прости, Эрин. Ну, не астма. Я... Прости меня. Чего? Что-то там церезит какой-то. Церезит. И церезит. Не понял. О, Господи. Кларет что-то какое-то, что ли? Какая музыка?
Да, графончик, конечно, ничего не скажешь. Я... Боже, Эрин, она умерла, она правда умерла. Господи, как же так? Я не знала, что делать. Я понимаю. Ничего не объясняй. Не только ты. Мы не виноваты. Это все Дюмет. Это он устроил. Козел. Нам нужен план. Плевать на игры, ловушки и остальное. У всех убийц из нашего шоу были слабые стороны. Предлагаешь попить с ним чаек и поговорить по душам? Предлагаю подумать головой. Это голова. Чарли. Она написала «Это Чарли». Это наверняка что-то значит. А при чем здесь Чарли? Она считает, Чарли в этом замешан? А, Чарли, это что? Но как? Он нас сюда притащил. Еще уговаривал. Что вы придумали? Это бред. Гадать можно бесконечно. Но если нас убьют, разницы нет. Нахрен расследование, я хочу выжить. Расследование — наш способ выжить. Нам его не переиграть. Надо быть умнее. Ему нравится убивать по одному. Надо держаться вместе. Постой. Глаза у них пустоваты немножко. Возможно, он нас прослушивает. Куда пойдем? Назад к парому. Он уплыл, помнишь? Он на тросе, может, притянем. Давайте без «может». Тогда маяк. Может, сумеем послать СОС? Опять можно. Полиция ведь должна патрулировать озеро, так? Даже здесь? Свет маяка видно на много миль. Ты что-то снимаешь? Без доказательств нам не поверят. Окей. Мне что, снимать, как он нас убивает? Да, и тела. Для полиции. Тела? Он закроет, да? Слышите? Стены опять двигаются. Куда ты? Тебе Кейт, сказали, стой, нельзя разделяться. Черт! Кейт! Стойте! Марк! Ушел, так сказать, под воду. Только под пол. Джейми! Прекрасно. Стой, нет! Замышатель. Молодцы, не разделились. Что я могу сказать? Опа-на. Теперь твоя очередь. Зачем так? Серьезно. Вообще кого там прогуль. Ух ты! Ух ты, ух ты! Да ладно. Что за хрень? Ой-ой-ой. Там, походу, почки сразу отказали. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Все нормально. Пальчики на поготове. Так, нам говорили снимать. Давайте снимать. А что снимать? Что там? Ну, булькает. Ну и хрен с ним. Пусть все булькает. Ага, я уже хожу, да? Ну, давай смотрим. А что осматривать, ёпты? Что тут? Ну, булькает. Ну и хер, пусть булькает. Правда, не знаю, что это такое. А ну, чуть-чуть назад. Давай отойдем. Вот так вот, во. Камера где? Это не то. Ага, вот камера. А, тук-тук-тук-тук-тук. Ого. Как попасть так? Давай снимем. Вот тут шо, как шо фоткать, я не пойму. Ладно, короче. Так, шо здесь? Здесь ничего. Здесь супер монета. Как обычно. Ничего интересного, ни хрена себе звездочек. Ни хрена себе момент. Откуда их столько? Так, чутко темно. Чё темно так? Пупух. Пупух. Опа, это что такое? Пупух. Пайнтхинер. Что это? Кислота какая-то. Odorless. Sin Olor. Да, мы, конечно, французские, это самое. Не супер-пупер, ну ладно. Что это такое? Я сам себя, что ли, фоткаю или что? А, понятно. Его нагрудный этот самый. Давай, во. Где?
Это ж оно? А смысл вперед так? Блин, темно, ни хрена не видно, слышь. Можно и вспышку сразу, и тот самый. Зачем вот это нижнее? А, тьфу ты, понятно. Давай сфоткаем. Мне сказали фотографировать все. Я буду фотографировать все. Ничего нету. От слова совсем. Что там? А? И чё? Хуа. Там какие-то чувак какой-то. А, манекен. Там кто-то сидит. Манекены одни. А что тут? Сюда нельзя? Нет, сюда нельзя, да? Нет. Подожди, ну тут же вот тоже такая шняга. То получше видно. А ну может как-то сопоставить все эти моменты? Нет, до одного места. Ладно, так а что мне делать, не пойму. Что за? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай быстрей. Вот это у тебя притча, она же все наш блестит. А не нормально. Темно это все так вот. А если так, то нормально. Да нет тут никого, иди, иди. Направо только не заходи. Иди куда-нибудь. А, и налево тоже. Фух, ёпта, я-то думал, он сюда пойдет. А там дверь была? Может быть я мог туда зайти? Ёлки-моталки. Здрасте. Сюда идет. Давай. Куда? Где? Бля, где? Ага, вот сюда. А что, можно? Нет, нельзя. Залазь. Да все, залезли. О, началось. А право, куда мы шли? Я бы в ногу ему что-нибудь встромил бы, если было, конечно. Нифига нету. А, тьфу ты, я думал ухо. Да ну нафиг еще. О, быстрее. Нормально, живем. Так, сейчас пошаримся, посмотрим, что тут интересно. Бля, дверь не закрыл. Так. Чувиха. Опа-на. 72. 93. 72, 93. Сейчас, секундочку. Сейчас запишем. Задокументируем. Где блокнот? Ага, вот. Все, есть такое дело.
А где это? Да не. О, слышь, а я ж могу. Подожди, откинься. Сюда вот так вот. О, это что же тело? Как бы. Ага, вот так близко. Ляп. Это ёб, ты шо ж ты не крутишься ни хрена. Ракурс пока покрасивш. Тела, ёпта, документирую. Документатор телов. Бар. 0028. Есть такое дело. Где-то ходит? А, это этот. Ебать. Шо у тебя там? Туфли, что ли? У тебя ж кроссовки. Какого хрена так щелкаешь? Ух ты, бляха. Сука. Чуть не срался. Тут что-то мигнуло. Или не? А, мигнуло. 68-83. 68-83. Да ладно. А я что, не так сказал? Записано, ёпта. Уши? Уши? Потюши пришил. Из челюсть настоящая. Охренеть. А ничего? Он ходит там. Ничего нема. Да, шарится, слышу. Куда? Сидим, сидим. А темно так стало, слышь. Ой. Я свет не выключал. Да все твои лампочки перегорели. Какого ты лешего засветился? А, он на движении. Пошел в баню, это не я. Это ты двигайся, он светится. Где ты? Ля, чувак под капельницей? Да ладно. Все? Под капельницей, да? Да, под капельницей. Тс. Ох, и реалистичность. Опа, что тут? И зачем она? Ну, сверло. И шо? А это что такое? У него палка была? Отлично. Он брал сверло, было явно побольше, чем это. Да вообще какое-то мелкое сверло. В руке крутил там реально двумя пальцами, а тут одним... Я не знаю чем. Это что за херня? Что за херня? Так, да, чувак. Ладно, тихо. Да, чувак. Фу, шиты. Нажать на кнопку. Все, Марк, успокойся. Твою мать.
Все, отмучился. Ладно, бывает. Опа, а что еще? Еще монета. А еще монета. Слышь, раскидали тут монеты. Походу какой-то глюк с монетами у меня. У меня было 34 их. А их тут сейчас 346. Опа-на. Здрасте. Шо там? Шо там? То, что это был Марк, это понятно. А что с ним произошло? Что это? Карточка? Не карточка. Номер какой-то. Да, 89-я. FBI. Мюндей. Так это Мюндей. Мюндей, сука. Мюндей, падла. Мюндей, убийца. И тут все понятно. Все ясно. Я-то думал. Тюмет, шмумет. Это Мюндей. А это ж... Последний был, что там 68 83. Блять! Ты чего? Бля! Я чуть... Это хреновина вдруг выскочила! Все понятно. Короче, это повторы. Где кто был? В смысле, если я смотрел это уже все. Я не проходил через это. Конфиденциально. Понятно. Поехали. Психологическая оценка, проведенная доктором Изабеллой Гарсия. Имя пациента Мюндей Гектор. Оценка поведения. Да, он с ума сошел. Гектор прибыл на прием с опозданием в 24 минуты. Когда мы сели и начали разговор, он с трудом поддерживал зрительный контакт. Ему было тяжело описать свои чувства. Он был зажат и насторожен. Гектор очень много работает и в связи с этим плохо спит. Гектор рассказал о недавно скончавшейся матери. Судя по его поведению, он не до конца смирился с ее смертью. Я настоятельно рекомендовала курс антидепрессантов. Но он против этого метода, так как уверен, что это негативно скажется на результатах его текущего расследования. Гектор описывает свою работу в мельчайших подробностях. И в отличие от предыдущих ответов, его мысли звучат последовательно и логично. Какая-то сирена игрушечная. Он проявляет нездоровую одержимость своей работой. Но причиной может быть недавняя тяжелая утрата. Парень псих, ёпты. Он работал с психами. Все, пришли. Что это? А закрыть? Да, то он не заметит, да? Такие наивные. Это так... А я думал, это клацает этот самый. Это музыка такая. Будильник, точнее, думал, клацает. Не будильник, а эти часы, эти большие такие. Не знаю, как они называются. Эй! Урод! Я не какая-то подопытная крыса! Эй, урод! Эй, урод! О, там, где была Эрин. Отлично. Что дальше? Фонарик бери в руки. Фонарик. Найти выход, это понятное дело. Фонарик. О, фонарик. Тут же есть дверца. Он даже в полу, видишь? Паркета нету. А тут раньше висел значок.
стрелочка улево. Смысл этого я, конечно, не понимаю. Я все равно никогда не понимал. Так, а, мышка вот. Подожди. Давай вот это. Вот это. Ха-ха! С первого раза. Сезам, откройся. Вообще все поломало. Есть! Отлично! Тебе нельзя прикасаться к электронике, тебя надо горыть. Это уже второй раз. Есть кто-нибудь? Anybody here? Ничего, дверь закрыта. Слева, там тоже дверь. Короче, какого? Ху! Да? Ты это хотел сказать? Опа, а что тут? Опять монета. Там у меня как бы уже дохрена их. Мне они не нужны. А это что? Понятно. Давай, открывай. У тебя есть гвертевка. Гвертевка есть. Открывай гвертевкой. Надо именно выбрать ее, да? О, ни хрена себе. А ты думала? Штаб-квартира, ёпт. Камера. А ну таки. Капец. Порнуху снимал. Тут кругом камеры. Снимал порнуху. Ах ты еще извращенец. О, чувак. Марк. Это что, выход? А, это зеркало. Зеркало. Да, зеркало. Что это? Опа, картинка. Так это же было уже мозг. Череп. Не понял. Так, где-то будет тесно, да? Я так понимаю. Тец. Чувак. А ну подожди. Подожди, чувак. Тут закрыто. Тут закрыто. Бля, такой шлакоблок, слышу, выложил. Именно комната одна. Ну давай посмотрим, что тут будет. Я обалдею. Бля, муха. Бля, он еще и дверь. Сколько можно, даже потянуться нельзя. Ах, аж дернулся, аж плечо заболело. Аж до шеи. Диктофон. Хотите знать, что значит быть убийцей? Вы бывали в музее в центре? Это Мюррей. У них там есть картина этого, как его? Не помню имя. Известно, он часто рисовал забитых коров, туши на крюках. Если приведете обычного человека на бойню, то он вам там все заблюет. А если бойню рисуют, это внезапное искусство. Но ведь разницы никакой нет. Ну, по сути. Не смотрите так. Я ведь прав. Вы поняли. Я знал, вы поймете. Нужно совершить нечто значимое. Заставить людей ощутить нечто новое.
разрушить иллюзию, что они хоть что-то в жизни контролируют. Вспомните самое прекрасное, что вы сотворили. Чувство восторга от созидания. И поверьте, оно меркнет, когда смотришь, как жизнь покидает кого-то. Видишь страх во взгляде, жалкие попытки освободиться. Слышишь просьбы, мольбы в момент, когда становится ясно, что это конец. Тогда вы поймете, вот что такое искусство. Вот кем вы должны стать: художником, скульптором, архитектором. Вижу огонек в ваших глазах, агент Мюндей. Меня не обманешь. О, вы только гляньте. Я буду вас первым. Так, вперед! Ну, я прямо здесь. Тут звукоизоляция. Даже пролетающего самолета ждать не придется. Весьма неплохо. Голыми руками приятнее, да? Но с ножом картинка выходит куда красивее. У вас есть потенциал, Мюндей. Если хотите стать художником. Иди, не смотри, тут никого нет. Там у тебя будильник. Чуть не попалась. Ну давай! А, да, это что-то отключило. Что это у тебя, косметичка? Чуть зажигалка. Чё? Что это такое? Косметичка? Да ну на! И так светит? А куда идти-то? Сюда? Или сюда? Что это? А, сюда нельзя посмотреть, ладно. А, все, я понял. Там тупик. У нее косметичка светит ярче, чем фонарик у темнокожей. Я не помню, как ее зовут. Что так? А что оно? Какие звуки такие себе? Где-то тут. А, тю. Шо? Кнышка. Самотык? Давай. Сама, говорит. Сама. Вот так. Давай. Да давай, дралась уже. И все, и не двигается, да, больше? Шо там? А я уже слышал ее, она где-то плакала уже.
А, вон, вон она сидит. Эй! Вы меня слышите? Ладно, пошли, сейчас обойдем. Дадим кружок. Здрасте. А вот зеркало. А, вот эту комнату я видел, да? Да. Только она была чуть-чуть другая, кажется. Или нет? Что это? Распорядок дня, да, Мишель, если мы разминулись. Утро, пищу. Рог, господа, занесение, обед, вечер будет. Понятно. Мэнни Шерман. Звери из Арканзаса. Джозеф Морелла. Джозеф Морелла. На пароме был не Дюмет. Ага. Не Дюмет. Ага. 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 Охренеть, тут читать немерено. В 1995 году Милтон был ничем не примечательным местом. 1995, надо запомнить. 1995. Сейчас я приду. Да что такое, что с мышкой? Чё он так быстро начал двигаться? Ни хрена себе. Резкость какая. Да что там такое с мышкой произошло, а? Ужас. Ого. Текущая неделя, тело известного серийного убийцы выпало и похищенное неизвестное медиа Шерман. Ого. Он же зверь из Арканзаса. Что? Не случайно нажал. Ничего не понял. Арканзас, текущая неделя, тело известного серийного убийцы выкопано и похищена неизвестным. Мэтью Шерман, он же зверь из Арканзаса, был казнен. Мэтью Шерман. В начале этого месяца. А его останки захоронены на одном из кладбищ Спрингс, штат Арканзас. Шерман, Мэтью Шерман. Не понял ни хрена. Чё-то я вообще, блин, 2 плюс 2 сложить не могу. Это ж Мэтью Шерман, правильно? Мэтью Шерман. Мэтью Шерман. Вот это Мэтью Шерман. А как он может быть выкопан в Арканзасе? Зачем ты опять мне открываешь? Шерман. Как он может быть выкопан в Арканзасе, если... Если он нас встретил. Что за... Что так быстро, я не пойму, а? Вау, вау. Вау, вау. Тихо. Что-то у меня... О, с мышкой. Во. Это уже другое дело. Наверное, походу, малая трогала. Вау, да не, все равно что не то. Тут ничего. Куртях. А это что? Миска. Кони. Кони. Курс изменен. Бляха-муха, прочитал кони на миске, курс изменен. Пёрнул, курс изменен. Плюнул туда, курс изменен. Та ёлки-моталки. Не открывается. Ну да, попробуем. 1995. Больше у меня никого нету. Соберись. Тряпка. 1. 9. 9. 5. Нафига ты 9 нажала?
Это как так? Что за магия? Я хотел 1995. Ну ладно. Магические символы, ничего не скажешь. Коко, ёпты, где ты? Опа, хребет. Шо на этот раз? Угу, там у нее есть отвертка, если что, отвертка ей втащит. Ему точнее. Короче, отвертку лучше ее не забирать, я так понял. Или точнее не терять. Что там, ну... Чё видишь? Ты, бля... Господи! Иисусе. Это, походу, та, которая переводила. Ой, не переводила, а делала этот самый... Представление, это доклад делать, как он назывался, я не знаю. Короче, сообщения всякие. Куртка. А я живой, точнее он. Чарли, печь. Нет, не уничтожила его печь. Ве. А чё он не ходит, не понял. А, ёпт. И те кнопки нажимал. Так, что у нас там по времени? А, то в принципе можно подходить к концу. Так, запишу, наверное, 200 сразу серии. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Переходите по ссылочкам на другие каналы. Там тоже подписывайтесь, конечно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Там, правда, все про танки, но все же. Все. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. До скорых встреч.